Приветствую вас с точки зрения психологии. Только вы ответственны за то, что мужчина исчезнет из вашей жизни. То есть до тех пор, пока вы обращаете внимание на него, до тех пор, пока вы концентрируетесь на нем, до тех пор, пока он, мужчина, я имею в виду, задевает вас как-то, чем-то. А до этих пор ситуация не изменится, до этих пор он будет вас беспокоить, потому что, как правильно сказала моя коллега, он, значит, отец своего ребенка, и он имеет полное право, значит, видеться с ребенком только за исключением случаев, когда он нарушает какие-то правила и, соответственно, не может быть отцом, не может реализовывать, значит, свои родительские права и обязанности. Тут нужно понимать, этот момент. Чем больше вы обращаете внимание на человека, тем больше он вас тревожит. Поэтому, если вам хочется, чтобы он исчез, то в первую очередь подумайте о ребенке своем. То есть выиграет ли ребенок от этого, от того, что у него не будет отца. И если да, то действуйте так, чтобы как можно меньше от него зависеть. Как можно меньше зависеть от своего, ну, от мужчины. Это единственное, пожалуй, что вы можете сделать в данном случае для себя и своего ребенка. Если же отец ребенка ведет себя плохо, если он ведет себя ярко выраженно негативно, то, соответственно, вы вправе подать на лишение его родительских прав, и тогда он не будет иметь возможности вас как-то доставать, мучить, докучать и так далее. То есть все зависит от вас. Вам же, в свою очередь, рекомендуется не обращать внимание именно на него, а в большей степени обращать внимание на себя и на своего ребенка для того, чтобы быть счастливыми. Потому что только от вас зависит ваше счастье. То есть оно не зависит от другого человека, как вы склонны думать. Оно зависит только от вас, и только вы можете сделать так,
чтобы вам и вашему ребенку было хорошо. И поскольку ребенок зависит от вас, а вы сильнее ребенка, в таком случае именно он, ребенок, и его счастье является стимулом, хорошим стимулом для того, чтобы вы меняли свою жизнь и меняли ее в лучшую сторону. Если не для себя, то хотя бы для ребенка. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. А если нужна будет консультация по семейным вопросам, если нужно будет отпустить мужчину, если нужно будет отпустить обиды на него, вот, обращайтесь либо ко мне, либо к любому другому коллеге, вот, по психологии, мы вам поможем. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!